Счастье. Где бы его найти? Давайте подумаем. Может быть, в книжке найти? Сейчас спросим у людей про книжки. Если человек читающий, я думаю, он счастлив. Да все женщины покупают, и мужчинам советую. Ничего не знаю, я их не читаю никогда. В книгах сложно найти само счастье. Там, может быть, можно найти какую-то подсказку. Несчастные женщины. Тот, кто в своем счастье не уверен. Молодежь. У них опыта жизненного нет. Надеются подчеркнуть информацию. Две категории. Либо которые счастливые, либо которые несчастные. Наверное, все сейчас это модно. Люди, которые его ищут. Наверное, какие-то фантазеры, романтики. Можно представить, что ты поехал куда-то вместе с этим героем, допустим, как он путешествует, и помечтать, и у тебя поднимется настроение. Всегда полезно узнать, как каждый человек ощущает состояние счастья. Вот вчера, например, прочитала высказывание Юлии Виктории Токаревой. Счастье – это когда спокойно, когда знаешь, что больше ничего в жизни не нужно, кроме того, что у тебя сейчас есть. Считаю, что сейчас каждый второй считает себя психологом и выпускает такие книги. Я тоже могу написать что-нибудь подобное. Мне кажется, там не нужно быть каким-то великим специалистом, чтобы такие книги писать. Ну, наверное, счастье, кто сам не может его сделать. Пытаются питаться тем, кто им дает наставление, что ли. Не могут найти этого. Взгляд у меня такой, что все-таки никто написал, а это изнутри идет. Как вот поэт говорил, то Державин же, да? Как укрощать страстение, волнение, как счастливым на свете быть. Вот это вопрос извечный. Каждый по-своему счастье строит, правда? Если ты доброе утро сказал человеку, соседу, ты уже добра пожал, ты счастлив. И оно вернется.